Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Они способны с легкостью начать любое дело, но иногда падают духом, отходят в сторону и пускают все на самотек. Окружение уважает их за искренность, энтузиазм, ум и полную самоотдачу во всем, что они делают. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Ссоры и конфликты почти всегда сопутствуют им и в семейной жизни. Часто в старости они остаются одинокими из-за неумения прислушиваться к другим и учитывать их интересы. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.